Всем добра! Сегодня готовлю очередную вкуснятину в автоклаве Вейн. Здесь у меня в тазике пупки куриные, ну то есть желудки куриные, кто как называет. У нас их называют пупки куриные и куриные сердечки. 2 килограмма того, 2 килограмма того. Общий вес 4 килограмма. Вот такая вот вкусная красота. Примерно где-то 5 часов они у меня вымачиваются в холодной воде. Воду я периодически обновлял. Как видите, вода чистая, крови нет, все отлично. Хорошо они вымокли, чистенькие, чистить их не надо. Здесь все чисто. Но вымочить нужно, чтобы вся кровь сошла. Что теперь делаю? Готовить я их буду в автоклаве. Но вот видите, здесь некоторые желудки довольно-таки крупного размера, да? Их нужно порезать. Сердечки как есть, так и есть. Ничего с ними делать не надо. А вот желудки надо порезать. Вот видите, крупный. Ну, такой кушать будет неудобно. Сейчас я их порежу на кусочки. Вот, и положу в кастрюлю и буду варить. Да. Предварительно я их отварю. А отварю буквально, доведу до кипения, сниму пену и буквально 15 минут. Этого достаточно. Далее будем готовить уже в автоклаве. Поставил на газ, залил воды, довожу до кипения, обязательно снимаю пенку, кипячу 15 минут. Пенку я убрал, посолил, положил лавровый лист. 15 минут кипячения вполне достаточно. Закончил кипятить. Беру сковородку. В сковородку налил растительное масло. Вот обычное подсолнечное масло. Теперь беру шумовку и перекладываю. Все перекладываю. Сковородочку. Лавровый лист уберу. Он уже не нужен совершенно. Вот так вот. Бульончик стекает. Таким нехитрым образом перекладываем сковородку. И сейчас буду обжаривать. Бульон не выливаем. Бульон еще пригодится. Теперь обжариваю.
Здесь нужно именно обжаривать, а не тушить, поэтому крышку не закрываю и огонь довольно-таки делаю мощный. И обжариваю, периодически помешивая, чтобы они именно поджарились слегка. Тогда появится такой очень вкусный поджаристый аромат. Вот он нам и нужен, вот этот вот аромат. Сердечки с пупками хорошенько поджарились. Вот когда отвариваем и потом поджариваем, это гораздо вкуснее, нежели чем просто отваренные, поверьте мне. Если не верите, то попробуйте сами. Теперь сейчас я их из сковородки переложу в тазик. Тазик помыл. И теперь мне нужно много лука. У меня вот такие немаленькие 8 луковиц. Сейчас я их почищу, порежу. И нужно лук хорошенько поджарить, чтобы он был не пассерованный, а вот именно чтобы он поджарился, именно чтобы он карамелизовался. Тогда он будет очень и очень вкусный и будет прекрасно сочетаться с сердечками и с пупками. Лучок поджаривается, все хорошо. Все замечательно. Пока лучок поджаривается, нужно почистить такую смачную головку чеснока, такую прям ядреную, хорошую, большую, крупную. Лучок начал уже карамелизоваться. Я здесь порезал чеснок, отправляю его в сковородку. Эх, одной рукой неудобно, но ничего. Сейчас исправим положение. Все, поджариваю дальше. Поджарка готова. Красота, просто красота. Теперь поджаренные уже пупки с сердцами перекладываю сюда, в поджарку лука и чеснока, и перемешиваю. Все перемешал тщательно. Теперь накладываю банки. Банки у меня 0,7, под крышку twist off. Вот удобно вот такую вороночку. Накладываю, ну, примерно, наверное, ну, чуть побольше полбанки буду накладывать. А далее буду заливать бульоном. В общем, все это будет очень и очень вкусно. Густоту по банкам разложил. Ну, все примерно делаю тут для себя, тут не для весы никакие, ничего не надо. Так, все на глазок. В общем, все примерно. Примерно одинаково. Разложил. Теперь заливаю по плечике, ну, вот так вот, бульоном. Ну что ж, отлично. 5 баночек готовы. Закрыл крышками. Такая красота. И вкуснота. Автоклав я уже подготовил. Вейн на 42 литра. Работаю на электронном блоке управления. Залил 9 литров воды. Это необходимый минимум, чтобы тен был закрыт. Кладу 1 чайную ложку лимонной кислоты, чтобы накипи не было на тене и на банках. Если у вас вода хорошая, то можете этого и не делать. Можете не класть лимонку. Все, устанавливаю банки на фольжно. И запускаю автоклав. Все, банки в автоклаве. Я его закрыл, подключил уже шланг для сброса воздуха. Так, здесь все нормально у нас. Все хорошо. Работаю на автомате сегодня. Так, получается у нас автоматический режим. Так, отсвечивает. Так, автоматический режим. Среда паровая. Продукт поставлю мясо, потому что жесткие пупки и сердечки. Банки поставлю 1 литр. Окей, 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 окей. Итак, сейчас будет идти продувка, а стерилизация при таком режиме будет идти
60 минут при температуре 120 градусов. И как раз пупочки и сердечки приготовятся. Все-таки они достаточно жесткие. Будет очень вкусно. Кстати, для тех, кто хочет приобрести автоклав, сейчас у официалов хорошие скидки на автоклавы 23-литровые. Так что ссылочку оставлю в описании. Проходите, смотрите, при желании приобретайте. Также указывайте промокод Витальсон большими латинскими буквами. Насколько я знаю, эта скидка продлится до конца месяца. Так что, в принципе, время еще есть. Чем быстрее приобретете, тем лучше. А может быть, и дальше еще скидочку эту продлят. В общем, смотрите, ребят. Есть возможность со скидкой, с хорошей, приобрести автоклав. Дышащий клапан закрылся. Выходит воздух, идет продувка. Когда весь воздух выйдет, автоматика даст сигнал, что нужно перекрывать вот этот кран. Кран перекрою, и будет идти нагрев до 120 градусов. В это время будет расти избыточное давление. Когда будет 120 градусов, избыточное давление будет 1 бар. Включится обратный таймер на автоматике и начнется стерилизация. Вот практически весь воздух уже вышел, вот уже весь. Вот видите, какие мелкие-мелкие бульки и шипения. И как раз автоматика говорит, что продувка завершена, пора закрывать кран. Кран закрываю, нажимаю кнопочку ОК. И сейчас идет нагрев. Нагрев до 120, когда будет 120, включится обратный таймер. И стерилизация будет идти при 120 градусах 60 минут. Температура 120 градусов, включился обратный таймер, идет стерилизация. Стерилизация завершается, осталось несколько секунд. Но сейчас времени уже много, уже поздно. Ну что ж тут так отсвечивает, во. И поэтому я автоклав оставлю на ночь, доставать банки буду уже утром. Самое главное после стерилизации автоклав не открывать, пока в нем не выровняется давление. Давление выравнивается в тот момент, когда падает вот этот вот дышащий клапан. Когда упадет, тогда давление, значит, выровнялось. Все, жду. Потом достаю банки. Банки из автоклава достал. Одну банку уже поставил с рисом. Сейчас буду делать с гарниром. Очень вкусно, мне нравится с рисом. Такая красота. Отвариваем просто рис. Потом берем баночку, открываем, смешиваем с рисом и кушаем. Это очень вкусно. Очень-очень вкусно. Вот эта банка вообще бэушная. Все отлично. Всем желаю приятного аппетита.
Ай, очень вкусно пахнет. Ну что ж, приятного мне аппетита. Обалденно вкусно. Кстати, рис я когда варил, я его не солил, потому что достаточно соленый бульон. Очень вкусно. Красота. Сердечки и пупки мягкие, приготовились. Два пальца вверх. Очень вкусно, ребята. Готовьте такую вкуснятину. Желаю вам приятного аппетита. Всем пока.